Русская псовая борзая – это длинношерстная порода с шелковистой шерстью, которая может быть почти любого окраса. Утонченная и элегантная фигура делает русскую борзую собакой настоящего аристократа. Рост породы 68-85 см, а вес 25-47 кг. К XIX веку каждый состоятельный помещик держал борзых сотнями. С 1842 года порода начала покорять зарубежные страны. Именно в этот год она попала в Лондон. В 1891 году русские борзые покорили первую выставку Крафтс. А вам нравится русская борзая? Подробнее про эту породу в моем телеграм-канале «Все про собак».